Десциметорексис без пересадки роговицы для лечения дистрофии Фукса. Дистрофия Фукса или эндотелиальная дистрофия Фукса – наиболее часто встречающаяся дистрофия роговицы человека. Она может появляться спорадически, но чаще наблюдается семейный характер заболевания наследуемый. Эффективного медикаментозного лечения дистрофии не существует. Все медикаментозное лечение сводится к назначению паллиативных средств, гипертонических растворов, мазей и любрикантов. Первым хирургическим методом лечения дистрофии Фукса явилась предложенная в 50-х годах 20 века сквозная пересадка роговицы. В 80-е годы был предложен метод пересадки задних слоев роговицы с одновременным удалением десцеветовой мембраны реципиента. В дальнейшем он логично трансформировался в пересадку десциметовой мембраны с эндотелиальными клетками без стромального слоя (descemet membrane endothelial keratoplasty). В последующие несколько лет начали появляться сообщения о спонтанном восстановлении прозрачности роговицы как после ятрогенных травм, так и после неудачных попыток пересадки эндотелия. Совокупность этих факторов заставило нас несколько пересмотреть наше понимание патогенеза дистрофии Фукса и стало основой для разработки нового вида хирургического вмешательства десциметорексиса без эндотелиальной кератопластики. В норме отработавшие клетки эндотелия десквамируются и замещаются клетками, мигрирующими с периферии роговицы. Периферия роговицы служит своеобразным депо для клеток эндотелия роговицы. В основе патогенеза дистрофии Фукса лежит нарушение десквамации отработавших клеток эндотелия, которые уже не выполняют свою функцию, но, оставаясь на внутренней поверхности роговицы, нарушают тем самым монолитность слоя эндотелиальных клеток. Между ними возникает дополнительный экстрацеллюлярный матрикс. Все это нарушает работу эндотелия как водяного насоса. Удаление центральной части десциметовой мембраны вместе с нефункционирующими клетками эндотелия восстанавливает возможность периферическим клеткам мигрировать в центральные части роговицы и восстанавливать непрерывность монослоя функционирующих клеток. В настоящее время необходимым условием успешности десциметорексиса считается сохранение периферической части эндотелия с плотностью клеток не менее 1000-1500 клеток на квадратный миллиметр. В медицинском центре IELAS мы применяем операцию десциметорексиса уже 2 года. Десциметорексис может быть проведен как самостоятельное вмешательство, так и как этап хирургии катаракты. В данном случае десциметорексис является завершающим этапом операции и проводится после имплантации интраокулярной линзы. Передняя камера дополнительно выполняется вискоэластиком. На поверхности роговицы отмечается центральная зона необходимого диаметра. В данном случае производится десциметорексис 4,5 мм. Инициируется разрыв и отслоение десциметовой мембраны обратным крючком Сински. Для проведения десциметорексиса предложен целый ряд инструментов. Мы предпочитаем использовать санговый пинцет Хоффмана, по сути являющийся обратным пинцетом для капсулорексиса с закругленными браншами. Десциметовая мембрана гораздо более хрупкая, чем передняя капсула хрусталика, поэтому часто разрывается. В этих случаях приходится заново инициировать разрыв и отслойку мембраны. Постепенно формируется десциметорексис нужной и округлой формы и нужного размера. Важным моментом операции является образование ровного края десциметорексиса и предотвращение травмы внутренней поверхности стромы роговицы. Производится удаление вискоэластиков
и гидрогерметизация парацентеза в роговице. Некоторые хирурги предпочитают заканчивать операцию с заполнением передней камеры стерильным воздухом. Как вы увидели, операция десиметорексиса занимает всего несколько минут и не представляет никаких технических сложностей для фактохирурга, владеющего мануальным капсулорексисом. Понятно, что восстановление прозрачности роговицы после такой манипуляции происходит не сразу. На это уходит от 2 до 6 месяцев. Даже после неуспешной операции десиметорексиса у нас остается возможность провести классическую пересадку эндотелия роговицы. Потенциальные возможности десиметорексиса в лечении дистрофии Фукса, на наш взгляд, сегодня еще недооценены. Так же, как в свое время внедрение кросслинкинга в лечение прогрессирующего кератоконуса в корне поменяло наш подход к лечению этого заболевания и очень многим пациентам помогло освободить их от необходимости проведения пересадки роговицы, сохранив функциональное зрение. Так же само и десиметорексис, проведенный вовремя и по показаниям у пациентов с дистрофией Фукса, многим из них может сохранить функциональное зрение и предотвратить необходимость пересадки роговицы, тем самым освободив огромное количество донорского материала для лечения, хирургического лечения, для проведения пересадок роговицы тем пациентам, которым это абсолютно необходимо. Спасибо.